В Алтайском крае потепление. Люди искусства могут даже подсказать, где сосредоточено больше всего тепла. Сегодня в Художественном музее Алтайского края открылась персональная выставка Пиргельдышырова. Она называется «Восточная сказка». Туркмен по национальности, с детства впитавший сочный колорит Востока. Пиргельды Давлетович учился в Ашхабаде, затем на Дальнем Востоке, а на Алтай попал случайно, по приглашению друзей, да так здесь и остался. И сейчас представить себе выставки местного отделения Союза художников без сочных натюрмортов и жарких пейзажей Шырова невозможно. От его работ веет теплом. Желтый цвет – это мой любимый цвет. Я не отказываюсь от других, потому что без контраста, да, мы никогда не возьмем. Конечно, все остальные, весь спектр нужен. Но, знаете, вот в желтом цвете есть какое-то тепло. И мой учитель всегда говорил, желтый цвет – это, говорит, мама всех красок. На выставке более 70 работ художника. Это не только натюрморты, но и жанровые сценки, портреты стариков и детей и графика, карандашные эскизы, посвященные восточным легендам. Самым ценным своим наследием художник называет работы учеников. Долгое время он преподавал в Новоалтайском художественном училище, а сейчас работает в собственной студии «Традиции и современность». Кстати, на выставке обещают провести мастер-класс, на котором зрители смогут проследить за процессом создания картины. Следите за афишей художественного музея.